Количество нежити на кладбище растет с угрожающей скоростью. Если ничего не сделать, боюсь, они наводнят весь Невервинтер. Я отправил отряд проводников судьбы разбираться с нежитью на поле бедняка. Их командир, проводник судьбы Северин, передал с послушницей сообщение о том, что они спускаются в место под названием Расселина. И с тех пор от них не было ни слова. Прошу, найди пропавших проводников судьбы. Поговори с послушницей Нейман. Она расскажет подробнее. Мертвые заслужили вечный покой. Моего отца некромант превратил в зомби. Не бывать больше такому. Тебе нужна помощь Келемвара? Я так переживаю за Северина и его команду. Чем я могу помочь? Мы заметили в расселине кого-то живого. Северин заподозрил, что это как раз виновники массового воскрешения мертвых, и хотел все проверить. Он послал меня предупредить проводника судьбы Волока, но это было вчера, а с тех пор тишина. С каждым часом я все больше боюсь за друзей. Пожалуйста, найди их! Небес обрушится на наших врагов.
Thank you.
Во имя богов! Нужно остановить Валиндру и ее волшебников! Спасибо. Не знаю, сколько бы мне еще удалось продержаться. Но вот моих спутников тоже забрали тейцы. Молюсь, чтобы их еще можно было спасти. Тебе нужна помощь, Келемвара? Да не забудет тебя, Келемвар.